Можешь ознакомить себя, пожалуйста. Лавриненко Александр Михайлович, директор, художественный руководитель Астраханского государственного ансамбля песни и танцев. С какими целями и судьбами сюда приехали? Ну, судьба артистов и коллектива, который является визитной карточкой своего региона, а когда выезжаем за рубеж, то и России, судьба такова, что присутствовать при очень важных мероприятиях, придавать этим мероприятиям положительную тональность. Первый раз в Туркмении? Нет, в Туркмении мы уже были. Мы были в Ашхабаде. Это было 6 лет назад. Мы приезжали с культурным обменом, общались с общественностью в Ашхабаде, выезжали в два города, в районы. Понятно. А как мы знаем, вы сюда приехали. А что вы знаете с нашей стороны, с туркменской стороны, кто приезжали к вам в Астрахань? Вы свидетельствовали каким мероприятием нашим туркменским там культурным группам туда, да, которые? Да. Постоянно. Ну, через год, это точно, приезжают творческие коллективы из Туркменистана, с которыми мы входим в контакт, делаем совместные мероприятия. И не просто мероприятия, мы делаем совместные номера. И вот буквально 2 месяца назад была делегация из Ашхабада. Встреча шикарная была просто. Был совместный концерт. Публика, это в основном были туркмены, проживающие на Астраханской земле, была в восторге. Мы тоже были в восторге, потому что это общение очень позитивное, располагающее к дружбе, взаимному пониманию и хорошим отношениям вообще. В Астрахани, как я знаю, есть новая школа имени Махтумгули Фраги. Вы участвовали в открытии этой школы? Мы участвовали. И вот как раз вот последняя встреча, она была посвящена 195-летию со дня рождения Махтумкули, да. Это вот мы как раз это мероприятие проводили. Школу открывали, принимали участие. Вот сейчас будет там какие-то мероприятия еще в этой школе проходить. Не знаю, пригласят нас туда или нет, но вот там что-то намечается. Вы сколько лет занимаетесь творчеством? Творчеством? Да сколько мне лет, наверное, столько занимаюсь. Но нашему коллективу 11 лет. А вообще я в культуре больше 50 лет. Мы регион многонациональный. И, кстати, мы будем, как сказали, открывать гала-концерт, который будет через пару дней. Как раз нашей визиткой, которая представляет основные народы, проживающие в Астраханском регионе. То есть мы и туркменские танцы, и песни поем на языке на туркменском. И казахские, и азербайджанские, украинские. То есть, ну, коллектив, который пытается в Астраханском регионе создать атмосферу братства, взаимопонимания единого народа. Хороших вам выступлений. Спасибо вам большое. Спасибо. Хорошего вам времени. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам большое.